Всего Вышнего Аллах создал наши планеты и в нем создал абсолютно все для человечества. Давайте все вместе будем спасать и сохранять наш общий дом, наши общие планеты для наших потомков. И все вместе будем просить у Творца о процветании наших планет. Подпишитесь на наш канал, ибо тут все видеоролики будут в истинную правду.